С сегодняшнего дня первоклассники Видновской школы номер 7 могут считать себя полноправными участниками дорожного движения. На мероприятии, подготовленном сотрудниками госавтоинспекции совместно с юными инспекторами дорожного движения, их посвятили в пешеходы. Первоклашкам показали небольшое представление. Ребятам было необходимо отгадать загадки и ответить, что обозначает тот или иной знак дорожного движения. Должен помнить пешеход про подземный. После этого дети посмотрели специальные видеоролики о безопасности на дороге и приняли участие в викторине. Маленькие пешеходы оказались подкованы знаниями и хором отвечали на вопросы. Кроме того, что с детьми на данную тему говорят учителя, сегодня в каждой школе существует организация юных инспекторов дорожного движения. Мы выступаем в школе, стоим около школы, говорим, что нужно соблюдать правила дорожного движения. Вообще ходим по классам, объясняем им. Подобные тематические акции проводятся приблизительно один раз в месяц. Стоит отметить, что важные знания детям преподносятся в игровой форме, практически их ровесниками. Так ребята лучше запоминают и каждый раз узнают что-то новое. Нужно переходить прямо на дорогу и всякие знаки. Я не боюсь переходить на дорожное приложение. Почему? Потому что не страшно, ваш есть же светофор. Но самое главное, конечно, это воспитание в семье. Необходимо, чтобы взрослые своим примером показывали детям, насколько важно соблюдать правила поведения на дороге. Прежде чем сделать неправильное движение на проезжую часть, посмотрите вокруг себя. Рядом с вами могут находиться маленькие участники дорожного движения, которые сделают такой же неправильный поступок, который может, не дай бог, потом привести к тяжелым последствиям. По окончании обучающего урока первоклашкам выдали удостоверение пешеходов и пособие со знаками дорожного движения. Дмитрий Книга, Владимир Бежонов и Екатерина Чернышова. Видное ТВ.